Данстар третьей скачки. Призу Арагве. На кобылах 3 лет чистокровной верховой породы. Дистанция 1800 метров. Стаж сразу вперед вышла Силк Вей. Тут же второй Белатика. Тут же Мадлен Лябель. Тут же Алель. Скачку ведет Силк Вей, тут же Алель, Бурятия, Мадлен Лябель, Белатика пятый, Саксония шестой, седьмой Горлинка. 300 метров пройдено за 26 секунд. Восьмой за 26 десятых секунды. Замыкает скачку Тау Гэтсби. Скачку повела Алель, тут же Силк Вей, Бурятия, Мадлен Лябель, Белатика выходит на четвертое, Горлинка шестой. Остальные кучно. Замыкает Тау Гэтсби. Russian Star и Тау Гэтсби. Скачку ведет Алель. 500 метров пройдено за 33,3 секунды. С небольшим просветом Силк Вей. Саксония броском выходит на второе место. Подходит к Алели. Бурятия третий. Силк Вей тут же. Силк Вей отпала на третье. Скачку в левом повороте. Вперед вышла Саксония. Алель второй. Силк Вей четвертый. Бурятия четвертый. Остальные идут очень кучно. Мадлен Лябель отпала на последнее. В левом повороте впереди Саксония. Силк Вей вновь выходит на второе место. 500 метров в левом повороте пройдено за 32,9 секунды. Выход на финишную прямую. Алель Силк Вей на финишную прямую компанию вывела Саксония. Вновь пошла Силк Вей. Саксония, Силк Вей. Остальные идут очень кучно. Последние метры финишной. Силк Вей, Саксония, Горлинка, Белатика. Белатика выходит на третье. Горлинка четвертый, пятый Бурятия, шестой Russian Star, седьмой Алель, восьмой первый номер Stormblood, девятый Тау Гэтсби. И замыкает третий номер Мадлен Алябель.